Недолго прожила и она сама. Она просто вот разорвалась от любви, потому что так любить на разрыв аорты, простите уж за такое, опять же, банальные такие строки, но они гениальные. И вот так она любила всех. Во время работы над новой картиной в Мурманске в апреле 1985 года ее нашли мертвой в гостиничном номере. Кинорежиссеру Динаре Асановой было лишь 42 года. Динара, или Дика, как все ее называли, родилась 24 октября 1942 года в городе Фрунзе. Вы знаете, ее фантастическая бабушка воспитывала. Бабушка, которая как бы ведунья была. Знаете, в аулах, там, в кишлаках есть люди, всегда в каком-то поселке есть ясновидящий, прозорливый какой-то, есть лечащий, есть это. Бабушка у нее была из этой семьи. Все, что получила Динара, вот эту вот необычную душу свою, необычность ее, уникальность ее, она получила от бабушки. В семье Асановых никто не имел к кино ни малейшего отношения. Но Дика с детства была одержима кинематографом. Она не пропускала ни одного фильма, который шел во Фрунзе. Мои родители меня готовили совершенно к другой специальности. Они считали, что я должна быть педагогом. И когда они меня спрашивали, буду ли я поступать в педагогический, я говорила, я буду делать кино. Я не знала, что такое режиссер. Ну, разделение профессий. Что есть режиссер. Я хочу делать кино. Так оно и получилось. После школы я сразу же пошла на студию «Киргизфильм», и первое было заявление директору, что я хочу быть хотя бы дворником, но возьмите меня работать в кино. По окончании школы Динара 2 года работала на киностудии «Киргизфильм». За это время она сменила несколько профессий. От реквизитора до ассистента режиссера. И даже снялась в одном фильме в главной роли. В это же время Динара побывала в Москве, во ВГИКе. После этой поездки ее желание отдать всю свою жизнь любимому искусству укрепилось еще больше. В 1962-м Динара становится студенткой Института кинематографии в Москве. К своему удивлению, она попала на курс Михаила Рома. Великий человек набирает мальчиков, девочек не любит брать. И она без конца вспоминала. Я вошла к нему на экзамен и жутко волновалась и боялась. Он посмотрел на нее сквозь свои очки огромные и сказал, ну... Как, кто ты? И она улыбнулась. Она почувствовала то, что почувствовала я к ней, когда ее увидела. Родного человека. И она была взята во ВГИК. И училась там. И получила фантастическую школу и заряд от этого человека. Динаре был 21 год, когда зимой 1963 года у нее остановилось сердце и наступила клиническая смерть. Ее спас случайно оказавшийся рядом однокурсник Витя Титов. В течение 3-4 минут решалось, жить Дике или умереть. И вдруг слабое сердце этой маленькой хрупкой девушки забилось вновь. После этого случая Динара часто стала повторять: «Я умру рано. Такие, как я, долго не живут». В те годы одной из самых смелых киностудий страны была студия «Ленфильм». Туда-то и взяли Асанову. В 1969-м в Ленинграде Динара сняла свой дипломный фильм. Это была короткометражка «Рудольфио» о любви девочки-школьницы к зрелому мужчине. Фильм вызвал тогда много споров и противоречий. Его плохо приняли во ВГИКе и особенно в Госкино. Говорили, что это аморально, что такого в Советском Союзе быть не может, что это набоковщина. Динара бесила их в силу того, что она на Рудольфио, да, вдруг научилась запечатлевать живое. А живое ведь не определишь, как советское или антисоветское. Живое оно и есть живое, оно ничье. Вот. И вот это вот наличие по-настоящему живого, значит, ужасно бередило, так сказать, цензурные мозги, вообще, так сказать, неопределенностью под копом. Увидели Рудольфио и на Западе. И начали сравнивать Асанову с метрами мирового кинематографа, стали говорить о ней как о прогрессивном режиссере.
Все последующие годы работы в кино, каждая творческая победа, каждый фильм будет даваться Динаре с огромным трудом и невероятным преодолением. Да и вся ее жизнь станет сплошным преодолением. Ее судьба в кино начиналась трудно, с серьезных испытаний. После «Рудольфио» у Асановой наступило сложное время. 4 года она ничего не снимала. Госкино закрывало сценарий за сценарием, если он предназначался для Динары. Там в ее творческий потенциал не верили. Эти простои, длинные простои, многолетние, они вылились потом в безумную боль за... То есть у нее обнажились нервы. У нее обнажилась душа, нервы. Она стала глубже, то есть она уже ушла от любви, она уже пошла по пути боли человеческой, проблеме семей, детей, времени, судеб. Лишь в 1974 году Асанова начинает работать над своей новой картиной. Ее дебютом в большом кинематографе стала полнометражная лента «Не болит голова у дятла». Второй фильм Динары «Ключ без права передачи» принес ей всесоюзный успех и премию Ленинского комсомола. Динара не боялась браться за острые, актуальные темы. Для нее было очень важно показывать жизнь такой, какая она есть, без прикрас. «Чтобы бороться со злом, необходимо показывать все его проявления», — считала Асанова. «Необходимо говорить правду, какой бы горькой она ни была». И она говорила, снимая порой жестокие сцены, не приглаживая реальность. Мужем Динары был начинающий художник-график Николай Юдин. В начале 70-х у них родился сын Владимир. Но в семье его чаще называли Анваром. Динара считала, что это восточное имя мальчику очень подходит. От отца он унаследовал способности к рисованию. Динара же окунула его в мир кино. С раннего детства она снимала Анвара практически во всех своих картинах. Мальчик преждевременно был во взрослой среде, он не рос в своей среде, потому что за него постоянный страх был, потому что, занимаясь проблемами, ей угрожали. Да, ей угрожали физически, иногда ей приходилось просто ребенка отправлять в изоляцию к матери. В мире в нашем в то время происходили странные вещи. Человеку, помимо того, что просто он мог бы заниматься творчески какими-то интересными для себя профессиональными вещами, но если он соприкасается с драматургией жизни, идет какое-то возмездие от этих людей, темные силы какие-то. Какие темные силы? Имеющие голос человека, который угрожает по телефону, я твоего ребенка, там, то-то, то-то, то-то. Ребенок как бы в опасности, отправлялся туда. Ребенок, который не имел среду детства и не мог расти, как бы он рос в простой нормальной семье. Естественно, ребенок постоянно при ней. Она монтирует, ребенок монтирует рядом с ней. Она снимает, ребенок снимает рядом с ней. Психика не выдержала. После смерти Динары психическое заболевание Анвара стало прогрессировать. Мальчик отвезли во Фрунзе к бабушке. Когда не стало и бабушки, он оказался никому не нужен. Не проявили интереса к его судьбе ни друзья Динары, ни коллеги с Ленфильма, ни даже родной отец. Жив ли сегодня Анвар, неизвестно. Последние годы он был питерским бомжем, без каких-либо средств к существованию. У нее была тоненькая, совсем как у подростка, фигура. Коротко стриженные волосы всегда прятались под косынкой. Асанова производила впечатление слабого, хрупкого существа. Но это лишь внешне. Динара считалась очень сильной женщиной, конечно. Она сражалась на худсоветах, там ее трепетал весь Ленфильм при всей ее такой хрупкости внешней. Вот, она снимала фильм за фильмом, она брала государственные премии, как бы она ворочила такими огромными сценариями, многослойными и многонаселенными. И все это делала она. И она никогда не кричала, она, за исключением, там, не знаю, «Внимание, мотор!» Это все кричат. Динара работала очень много, самозабвенно, на износ. У нее не было перерывов между фильмами. Она могла снимать одновременно 3 картины. Асанова как будто торопилась жить. Работала взахлеб, спешила высказаться. Удивительное качество ее души. Нужно было помогать всем. Сценаристам, Клепиков, Приемахов, актеры, музыканты, композиторы. Все буквально были на ее иждивении творческом.
И Динара должна была постоянно из фильма в фильм, без передыха, снимать для того, чтобы все эти люди держались на плаву. Было трудное время. Она пыталась помочь всем, кто ее окружал. Друзьям, коллегам, подросткам, которые снимались в ее картинах. Но только не себе. Она переживала за дальнейшую судьбу каждого мальчишки. Трагедии, которые происходили с детьми, которых она снимала, это вообще было, ну, просто конец света, потому что это было просто как... Теперь я тоже понимаю, почему, а тогда это было, все казалось случайным совпадением, и одна трагедия за другой, с ее героями, с живыми детьми. Я, сердце ее, конечно, я не знаю, как она вообще столько-то прожила. Потому что я даже думаю, что после первого случая, вот, как бы, да, такой жизненной неудачи, первого же героя, она должна была вообще разорваться с ее любовью, с ее как бы сопереживанием. Каждый фильм ей стоил нервов и здоровья. Даже не столько потому, что она все переживала вместе со своими героями, а потому что постоянно спорила и воевала с чиновниками. Ей приходилось резать по-живому уже смонтированные работы, выбрасывать важные эпизоды, разрушать то, что составляло тайну ее искусства. Чиновники называли ее картины неудачными, относили их к третьей категории, мало платили. Обстоятельства, в которых работала Динара, ежедневная борьба, чудовищное нервное напряжение, отнимало много сил и здоровья. У Асановой все чаще болело сердце. Она все равно боролась за этот дух живого. А этот дух живого, да, всегда, в свою очередь, да, вот, так сказать, у профессиональных цензоров, у профессиональных чиновников всегда вызывал дикое подозрение и невозможность сформулировать, что, собственно, так сказать, тут страшно. Любимой темой творчества Динары были подростки, их внутренний мир. И она взялась за тему самую опасную, самую страшную, потому что за детскую тему да никто не берется, да и сейчас за нее никто не берется. Вон сколько беспризорников, как никогда, сколько детских домов, сколько сирот, какая-то проблема государственная. Это самое, самое трудное. Она прям вот гуще вот влезла в детскую. Мотор? Тихо. Есть. Право 15, дубль 1. Кто ты есть такой? Вот очень часто, кстати, думал. Особенно так по вечерам, когда один. Ну вот, кто я такой, почему вот я вот, я не знаю даже, как сказать. Почему вот я, вот я, почему вот тогда мне больно, то есть я вот... Зеркало. Когда вот, я не понял еще вот того, что ты хочешь. Что, я не понял вот этого вопроса. Как это? Ну, грубо говоря, кем ты хочешь стать? Вот для чего ты предназначен на свет? Ты вообще, зачем ты родился на этой земле? Вот все, до 18 прожил, и у тебя все, финита, что ли, финиш? В ее картинах снимались дети ассистенток, операторов, гримеров. В «Пацанах» она сняла так называемых трудных подростков. Почему они все так прекрасно играли? Как удавалось Динаре открывать скованные души своих героев? Говорили, что Асанова имела гипнотические способности и умела как бы просвечивать человека насквозь. Но это лишь догадки. Тайна ее общения с детьми так и осталась неразгаданной. Артистов для своих фильмов Динара отбирала вообще странно. Пробы, конечно, были, но только необычные. Она хотела увидеть человека, его душу. Что-то такое, что не имело никакого отношения к таланту, но без чего для Динары актера не существовало. Были несколько человек в ее судьбе, в ее экранной, в ее экранных работах, которые должны были быть непременно, обязательно, как некий, я не люблю вот эти все талисманы, там все эти такие понятия, но как некое вот пространство духовное, в котором она очень хорошо себя чувствовала, в котором она хорошо дышала. И я вот с некоторой гордостью, да, могу сказать, что я принадлежала к таким людям, потому что, конечно, люди были выборочные. Динара не любила смотреть свои картины. Ей каждый раз хотелось что-то изменить, добавить. Тут она прозевала дыхание, тут мало воздуха в кадре. И все же Асанова оставалась верной кино. Она жила им.
Она не хвалила ни одной своей работы, но о последней картине «Незнакомка» она как-то сказала, что это будет ее лучший фильм. Этому не суждено было случиться. Незадолго до смерти Динара увлеклась экстрасенсорикой. И не случайно, она сама обладала какими-то высшими способностями, предвидела, говорила, что движением рук она и ее сын Анвар могут снять боль. Месяца за три до страшного события она стала снова много говорить о смерти, о том, что скоро умрет. Она чувствовала приближающуюся трагедию. В апреле 1985 года Динара поехала в Мурманск для съемок некоторых эпизодов к своему фильму «Незнакомка». Когда у нас были пробы на «Незнакомку», я играла мать, несостоявшаяся эта картина, «Незнакомка», она, по-моему, так и называлась. А у нее играла, она уже утвердила девочку, Полину, дочку оператора «Царство ему небесное» Валерочки Федосова, Полину. Хорошо, что она не стала потом актрисой. И мы снимали фильм, то есть там эпизод, где она танцует дома сама с собой. И она танцевала, а Динара ее заводила, чтобы она еще. Она говорит, еще сильнее, вот так, еще раскованнее. И та дотанцевалась до какого-то прямо вот, прям припадка вдруг. И она прям вот так вот легла, и это ей плохо, она ей прям, она как-то она так вот бьется, и Динарка так вот сидит, и я ее вот так вот накрыла. Я говорю, Динарочка, ну ты, она говорит, я больше не могу, почему с ними это все происходит? Что, я же ничего не, ну что я сделала? Через несколько дней, 4 апреля 1985 года, ее нашли мертвой в гостиничном номере. У Динары остановилось сердце. Рядом на столе лежала записка. «Очень люблю вас всех». Это ее записка, она не предсмертная, никакая она, никакая не там. Я слишком хорошо знала Динару, никакая она там не посмертная, не предсмертная, не завещательная. Она просто, ну, была написана в тяжелом состоянии. Она не знала, что она умрет, это все глупости. Просто, ну, она вообще иногда там что-то писала или дописывала, как любой режиссер. И вот эта вот ее фраза «Я вас всех очень люблю, но я не могу больше». Да, как звучала эта фраза, если бы она была там еще две буквы дописана, она вот выражает как бы все, потому что она взяла на себя слишком много, она не рассчитала, конечно, своих сил. Она ушла мгновенно, тихо, незадолго до того ходила и раздавала всем свои долги. Не осталось человека, которому она осталась должна. Но сколько живо людей, которые обязаны ей многим, некоторые всей своей жизнью. Однажды у Динары спросили, за что она любит кино. Она ответила, «Кино – это жизнь, которая течет со мной вместе. Но я не могу сказать, что кино – это счастье и радость. Кино – это та кровь, которая дается мне жизнью других людей. Поэтому я не очень люблю свою профессию. Она использует других. Это очень грустно. Но от кино я никуда не уйду. Я посвятила себя этому делу, и ради этого мне пришлось забыть о себе». Режиссер Динара Асанова сняла около 10 фильмов всего. Но все они занимают особое место в истории отечественного кинематографа. В каждой из своих картин Динара Асанова пыталась понять, в чем кроются причины счастья, несчастья, душевной боли, личностного надлома. Она делала это очень филигранно, осторожно, тонко и точно. По сей день ее картины остаются актуальными. Вчера исполнилось 70 лет со дня рождения Динары Асановой. И сегодня в гостях программы «Наблюдатель» актриса, народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина. Лидия Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы с нами сегодня. Также актер, народный артист России Алексей Петренко. Алексей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Любым фильмом, любой картиной, любым звуком каждый художник должен отвечать за каждый свой поступок. Тогда ему будет не стыдно умирать. Эти слова принадлежат кинорежиссеру Динаре Асановой. Она открыла кинематографу Елену Цыплакову, Ольгу Машную, Марину Левкову. Для современного поколения зрителей тайна Динары Асановой так и останется неразгаданной. За 10 лет она сняла 7 фильмов. «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Беда», «Жена ушла», «Никудышная», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный». Фильмы, ставшие яркой главой в истории отечественного кино. Главной темой ее картин стали душевная чистота, столкновение с жестокостью и предрассудками.
Зрители любят и смотрят ее фильмы, а для художника это и есть самая желанная форма. Подумаю. А я буду ждать. Я уже сказала. А я все равно буду ждать. Это и есть твой талисман? Да. Не бойся, не отниму. Оп. Что ты делаешь? Как что, жду. Ну и глупо. А если я не приду? Значит, у тебя нет сердца. Очень глупо. Опять будем ставить на голове. Сначала Майка станет на голову, потом я. Как дела? Ну что там, причесывается? Скажи, чтоб побыстрей. Хорошо. Скажи, чтоб побыстрей. Мы устали. А я там лучше стою на голове. Сашка, это ты? Я. А это кто в штопоре? Жених. А? Жених. Жених, а. Здравия желаю. Мухин. Наслышан, наслышан. Что тебя заставило спикировать на пол? Да так, глупость. Ну что ж, бывает. Что передать? Пускай поторопится. Да из этого следует. Какой он шериф? Почему? Истина самое главное. Почему? Что из этого следует? Проблема честности и доброты одного конкретного. Расскажите вы. Что из этого следует? А у меня минус пять. А, неадекватен сам себе. Вроде так получается. Так что, установка на белый берет? Никак нет. Просто не моё счастье за рулем автомобиля. К тому же я просто в этом был опасен. Алексей ждет золотая медаль. Я думаю, его с радостью встретят в университете. Это еще не факт. Верно. А 132-я статья Конституции СССР тебя не касается? Во-первых, в статье ничего про мои мечты не сказано. А свой долг, я надеюсь, я выполню не хуже, чем многие другие. Может, даже лучше получится. Ну вот. Вот это я и хотел от тебя услышать. Пожалуйста. А неизлечимых болезней нет. В журнале «Наука и жизнь» за 1968 год, номер 4. Есть статья «Древнеиндийские упражнения для укрепления мышц и глаза». Показать? Если вам не трудно. Как йог в нирване. Ясно? Ясно. Повтори. Вот, вот. Вот, вот. Хорошо, хорошо. И будешь адекватен сам себе. У меня было минус три. Сейчас читаю любой текст при любом свете. Да. А тебя нету. Мужик называется. Хозяин. Уж люди. Ну ладно. Что ладно, что ладно? Уж люди все грибов наносили. Небось, посолили. А мы... Картошку почище, воды принесу, как скажешь, так и будет. Ой, Ёхова, как болит. Что ты горчичник прилепил? Что ты горчичник прилепил? Мне вступило. Вступило. Воды нет, пожалуйста. Ну, давай быстро с водой. Да, тебе хорошо сказать быстро. Да, мне хорошо говори. Давай быстро с водой, я сказала. Ой, не надо, у меня же голова болит, ты толкаешь. Ты переодеваться будешь или нет? Или так голый пойдешь? Ну, зачем ты вчера бутылку разбила? Уйди, уйди, я тебя даже слушать не хочу. Ой. Ой. Верочка, ничего страшного. Ой, Саша. Скоро все пройдет. Такой маленький. Глупая. Это ж не смертельно. Ну, перестань. Там все чужие. Пойдем, пойдем. Я тебе клянусь, врач мне в кабинете сказал. Через неделю мы вашего мальчика выпишем. Присядь. Нет, знаешь, один ребенок в семье – это не ребенок. В семье должно быть двое. А лучше трое, да? Давай рожать. Да, обязательно давай.
Ну? Да разожги ты его. Ну, вспомни, как я тебя учил. Ну, как скажешь, дорогая. Мне что? Я уж и Крым, и Рым прошла. Мне все равно. Ты посмотри, анимает-то. Сидит, даже гулять не выходит. А глазище-то. Вообще нехорошо, что эта анимая сидит, как пень. Таращится. Даже дед стесняться стал. Да, вообще тут серьезно не поговоришь. Надо что-то делать. Поговори с ней. Ну что, милая, что хорошее? Ну скажи, ну хорошее, а? Как тебя зовут? Как нас зовут, а? Она худеть всегда интересно послушать. Ну, получается, ты уж не просто Вова. Ну, какой-нибудь такой большой преступник. Борьба за охрану природы – это государственное дело, понимаешь? Да. Надеюсь, ты слышал о так называемой Красной книге? Не говоря уж о материальном ущербе, который твои родители вынуждены будут возместить. Да. Ты что же, хотел выделиться? Среди других, да? А какой ценой ты этого достиг? Ты подумал? Разбит аквариум. Это же рыбы. Живые существа. А ты знаешь, от чего умирает попугай? Ну, конечно, конечно, не знаешь. От сотрясения мозга. Вот ты, видимо, из добрых побуждений решил предоставить птичкам свободу. А они, конечно, сразу в окно, а там стекло, бац, и сотрясение мозга. Да, 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 да. Что да, подождите. Вот сейчас и ей попадет. Лучше бы молчала она. А еще говорила она. Молчание – это золото. Мечта? Ну, ты о чем-то мечтаешь? Не, я не мечтаю. И вообще себя люблю. За свои погрешности, свои недостатки. А за что ненавидишь? Упрямость. Я очень упрямый. Вредный. Курить когда начал? В классе первом. А выпивать? Пить? Да я уж не помню. И когда, извините за выражение, мы поддадим, мы уже как-то ведем себя раскованно. Ну, посвободнее себя чувствуешь, когда выпьешь. Ни о чем не думаешь. Сразу тупой становишься. А расслабление? Расслабляюсь я, если я вот... На чем-то человек, может быть, ходит на рыбалку, расслабляется, ему важна не рыба, а сам процесс. Так же, может, и тут. Ну как? Захотели, естественно, выпить. Надо доставать деньги. Пошли на дело. Все. На какое? После получки пьяных трясли. Вышли, у всех настроение бравое, что-то идем на дело. У меня много всего, всяких дел было. Приводы были? Да. А что родители? Когда узнали, сказали, что ты сам этого добился. Добычу я домой никогда домой не приносил, потому что мать кричала, что чужие вещи домой несешь, что все. Тогда я еще был маленький. И куда вы их прятали? А мы кому-нибудь в квартиру, у кого мать ничего не говорила. Человека ударишь? Могу. За что? Даже просто так могу. Сколько месяцев вы уже с ним здесь в мастерской? Год. Почти год. А где Алеша спит? Алеша наверху. А питаетесь где-то из кухни-то, нет? Ну, чаще всего у матери, у моей. Так что, как два челнока из мастерской к маме поели, вернулись обратно? Ну, вот утром мы просыпаемся, я собираю его в школу. Вы возите его в школу на машине? Да, я вожу его в школу, я привожу в школу его, потом приезжаю домой, сюда, в мастерскую, работаю, если позволяет время, так магазин, прачечная, ну, всякие, как понимаете. Домашние заботы. Потом еду его, встречаю после школы. После школы мы едем к маме, там обедаем. Потом я привожу его сюда. Ну и ужинаем, или здесь что-нибудь, или к матери опять. Вот в связи с тем, что мальчик постоянно с вами, работать вы стали меньше? Да, конечно.
Это забота, но... Скажите, пожалуйста, ну и зачем вот все это вам нужно? Ведь у вас же есть прекрасная квартира, где можно совершенно нормально жить. Нет, там нормально невозможно жить. Смотри, а. Похоже, облава на москвичей. Который москвич тормозят. Знаешь, Анюта, почему вас иногда не любят? Вот вы родились, у вас уже все есть, понимаешь? Магнитофоны, тряпки, рестораны. Болтайтесь по улицам в фирме, сытые, довольные, балдеете. Ну и что? Пускай балдеют, да какое вам-то дело? Что, опять трудности захотелось? Да не вы здесь ваши трудности достали уже, ну. Хорошо, мы сейчас живем и хотим жить. Мы, конечно, уважаем ваше старшее поколение. Все, вы много пережили, стало легко. Ну, спасибо вам за это. Пожалуйста. А что нам-то делать? Я хочу хорошо одеваться, я хочу выглядеть. Красиво жить и живу. Хорошо говоришь. Учитель был хороший. Что же у тебя учитель такой хороший? А ты ночью-то, а ты ночью-то с ребенком по улицам бегаешь. Вы же ничего не знаете. Естественно, как же иначе. Танцы, 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 ура! Кто взял ракетницу? Я последний раз спрашиваю, кто взял ракетницу? Я, кажется, знаю. Кто? Говори. Киреев. А зачем она ему нужна, ракетница? Что он в папашу, из пальца стрелять будет, что ли? Куда он пошел? На шоссе или на станцию? На станцию, наверное. Последний поезд. А может, на шоссе? Может, на папоке поехал? А ты-то знаешь? На станцию, наверное. Что ж ты раньше-то не сказал? Никто и не спрашивал. Идиот, раньше мог догадаться. Подрастет только вот.
полей, стаду коня.